Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Казуку Фэмили. И мы хотим вам показать такую игру, как Rage. Да, я понимаю, что это не Rage 2, это не новинки, но мы в Казуку Фэмили пытаемся показать им какие-то разнообразия. Те игры, которые не играли, или те, кто вообще первый раз в подобное играет или видит. Так. Я не помню, что нам нужно делать, но... За холмом есть еще одно поселение. Это друзья, хоть и держатся особняком. У них есть то, что нам нужно. Передай письмо Риктору, он все сделает. Если поможешь, я попрошу механиков в городе подогнать тебе багги. Что скажешь? Это хорошо. Так. Подожди, а как мне выбрать окей? Эй. Спасибо. У тебя действительно есть все, что нужно? Боеприпасы, крылопалки? Если нет, поговори с Халиком. Он там, под старым знаком. Окей. Я не знаю... на какую точку задания мы едем? Но мы куда-то поедем, да. Так. Попробуем, по крайней мере, разрулить ситуацию в какую-нибудь сторону. Но игра в стиле Fallout'а, поэтому... И я играю первый раз, поэтому нифига ничего не знаю. Это кто? Что-то мне не очень нравится эта территория. Это что такое? Почтовый ящик. Источник. Вы враги? А нет. Так близко? Ты кто? Работай сейчас по уши. Если я тебе нужен, зайди позже. Ага. Ладно, чувак. Ищешь Риктора? Он наверху. Спасибо. Риктор. Буква Р, наверное, да? Чё? Если что-то нужно, иди к Риктору. Он здесь главный. Окей. Что у вас тут? Рихтер главный. Чего ищешь, странник? В смысле? Вижу, Дэн опять во что-то вляпался. Ну, этот список должна проглядеть Дженус. Иди, она наверху. Отдай записку и возвращайся ко мне. Есть интересное предложение. От которого невозможно отказаться, да? Как все банально. Так. Чего-то я думал, у них капуста такая растет. Ну ладно, в жопу. Так, ты кто? Я гляжу, ты из новеньких. Посмотрим, что тебе нужно. Кое-что из этого мне придется поискать. Но ты знаешь местные правила. Мы помогаем тебе, а ты помогаешь нам, так? Джуна, один из наших, недавно пропал. Я уже беспокоюсь. Будь добр, поищи его, пока я собираю припасы. Если узнаешь о нем хоть что-нибудь, я дам тебе рецепт исцеляющих бинтов. Возьмешься, пожалуйста. Угу. Удачи. Надеюсь, он жив. Ага. А кто такой... Рихтус, Михтус. Мы вообще на букву Р так и не пошли. Р, Р. Где Р? Буква Р, ну вот. Но мы пока... Дженус. Ладно, пойдемте... Нельзя не заметить, странник, что твоя пушка никуда не годится. Есть мысль снарядить тебя получше. Помоги нам, и получишь реальное оружие.
А ты меня пропустишь? Отказала наша радиовышка на холме. Ее нужно починить. Наверное, там просто что-то сместилось. Починишь ее, получишь дробовик. Как тебе? Удачи. Трудностей быть не должно. Пропусти меня. Трудности, они есть всегда, мужик. Это жизнь. Так. А мне надо, чтобы мне баги починили. Так. Кэп-аут. Кэп-аут, кэп-аут, да? Это что такое? Подожди. Это какое-то поселение. Чего? Блин, тут иногда такое тупое управление, я манал. Чего? Территория Хагара? Это наша территория или как? Чё? По-моему, наша. Так, подожди. Надо, наверное, сдать то задание. Подожди. Тебе надо найти поселение нефтяников и принести оттуда медикаменты. Понятно, я еще задание не выполнил. Ни хрена. А как между заданиями-то переключаться, мать твою? А? Мужик. Как-нибудь можно? Смысле? И все? Это статистика, подожди-ка. Радиовышка. Ага. И ремонт радиовышки. Ну давайте где-то Джуна. Да ёпара сэте. Попробуем выполнить где-то Джуна. Но тут задания долго выполняются, поэтому хотя бы выполнить бы первое задание. Хотя бы. Ага, мы походу правильно ехали, да? То есть вот это непонятная дичь. Это что-то там, да? Ладно. Что-то там, да что-то там. И чё? А есть дробовик? Чё, блядь, один патрон? В смысле? Как я с одним патроном должен выживать? Чё? Здесь все спокойно. Что? Да кто сказал? Могут появиться чужаки. Ого. А мужики серьезно экипированы.
Что это за придурок? Патроны забирай. Ты тоже. Так. Это их подвал, что ли? Мне нифига это все не нравится. Чё, с двух сторон? Блять! Твою мать! Пошел нахрен! Убил? Или нет? Ладно, надеюсь, что убил. Ух, нахрена их тут поселенец-то? Обосраться. Сидят как какие-то эти, блин. Грибники. Блин, не пойму, а у них тут что ли это? Эй, вон там! Ах ты, сука! Сдохни. Вон там. Так, тут ловушек нету. Благо, что нет. Это что получается? Сюда, что ли, топать? Ни хрена у них тут. Катакомбы нахер. Ёпарас, это вышка какая-то. А может быть там тупик? Или нет? Ёб твою мать. А чё он не забирается, мать? Мать, я не понял. Ёпарасоте. А ну подожди-ка. Да. Ни хрена не понятно, но интересно, да? Так, ладно, хорошо. Я пойду пока посмотрю, что там. Так, подожди, а куда нам? Я хочу посмотреть этот проход. Куда? Это не проход. Чего? Турель. Короче, всякий хлам, да? А это типа контрольная точка, да? Так, ну это начальный уровень, поэтому сюда, наверное, не будем топать. Вообще, калашик дело неплохое. Калаш всегда спасает. Конечно. Так. Только у меня вопрос. Тут два пути. Вот я не знаю, куда ведет этот. Какой-то дальний путь. Но мне что-то не особо нравится. Это дальний путь. Тут этих дальних путей. Воу.
просто обосраться. Ага. И это, походу, спускаться потом отсюда, отсюда. Да? Но карта показывает, что суды. А что тогда в том пути? Подожди-ка, мне интересно. Блин. Красиво, однако, в какой-то степени. Вот, конечно, уровни не особо прогружаются. Ну да ладно. Все-таки это тебе не максималки, блин. Но все равно поиграть-то хочется. Так, подожди. Что это такое? Чего? Воу. Нифига себе, дамба. Чё? Всякий хлам? Гараж безбашенных? А нам нужно в гараж? Или как? Чё, блин, тут камеры нет? В пустоши. Что-то не особо мне это место нравится. Что такая музыка заиграла? Капец. Обосраться просто. Понятно. Везде какие-то замки. Чё за фигня тут происходит? А, вопрос. Тут что, тупики, что ли? Подожди. А почему я не могу ничего сделать? Серьезно? Да. И зря я сюда пошел, что ли? Кроме как набор деталей. Весело. Весело да толку не даст, да? Короче, зря мы сюда топали. Походу. Ой, как зря. Ладно, топаем тогда назад. Все-таки тогда, значит, нам как-то сюда, да? Такс. Что это за звук?
Чё? Твою мать! Ты кто, блядь? Блядь. Они еще испаряются, как куски говна. Нифига они звуки издают. Охренеть. Серьезно? Все это очень плохо. К сожалению. Так, подожди, тут значит все закрыто. Все нафиг позакрыто, да? Да, печалька. Блин, два патрона, я манал. Что такое? Че, выход куда-то, что ли? Подожди-ка. Коллекционная карта какая-то. Ага. Вот и проход. Куда-то, да? Чё? Куда этот проход ведет? Куда-то сюда. Что это было? Точнее, что это значит? Вернуться обратно на фуникулёре? Что такое? Или это и есть фуникулёр? Да, тут еще нафиг запутаешься. Что к чему и почему нафиг. Ого! Так, стоп, а... Я хочу свою тачку вернуть. Бля, при чем тут территория нефтяников, я не пойму. What? Алло, мужики, а я как бы свою тачку потерял, ничего? Или вы ее починить хотите? Вот же дерьмо. Ты вернулся. Иди к Риктору. Он ждет тебя. Эй, ты, ищешь работу? Джуна нет. А я не могу уйти с поста. Предупреди поселение, что у нас тут муты. Ты поможешь мне с этим? Ага. Теперь бери батарею и запали ее на холме. Там есть устройство для запуска. Его легко найти. Окей, мужик, сначала мне... Чё? Неплохо, странник. Я не знал о мутантах. Они так далеко не забредают. Но ты справился. Сходи к Дженус. Она хочет знать, что ты нашел. Ох. Мужик, это просто огонь. Отвечаю, спасибо. Блин. Это просто бомба. Штурмовая винтовка, дробовик. Класс. Просто класс. Пушки тут огонь. Прям в стиле а-ля Doom. Привет. Джуна мертв. Я так и думала, но все же надеялась, что он вернется. Этот мир убил столько хороших людей. Спасибо тебе за поиски. Вот то, что ты просишь. И еще рецепт лечебной повязки. Просто смешай все это и лечись, сколько влезет. Еще раз спасибо и удачи. Ну давай, окей.
Давай, создать. Макс снаряжение, ну окей. Так, отдать медикаменты Дэну. Это хорошо. Позволь дать тебе совет. Какой? Эти холмы кишат бандитами. Обычно они воюют друг с другом, но если заметят тебя на своей земле, убьют и имя не спросят. Берегись. Это логично. Бандиты, они и в сталкере бандиты, да. Ладно, мужики, чё ещё? Чё ещё-то? Вперёд! Найди устройство для запуска на холме и зажги фейерверк! Да, я забыл уже, косарян. Рук. Держи. Так. Давай. Да понял я выход. Я хочу с этим поговорить. Понятно, механик меня игнорит, сучка. Так, подожди, а как нам... Мужики, все это, конечно, хорошо, но, блин, как бы я, понимаете, свою тачку потерял. Это что за территория? Что это светится? Какое-то говно светилось. Офигеть. Чего? Просто тупо ничего? Бля, круто. Капец. И вот как мне, по-вашему, сейчас... Ох, я уже испугался за свою малышку. Так. А чё у нас по этим, как его, по заданиям? Так, медикаменты. Отдать медикаменты Дэну. Осторожно, мутант. Это что? Далеко на север. Блин. Ну, далеко на север, это далеко, походу, ехать. Да, капец. Ладно, поговорим тогда. Так, надо закупиться кое с чем. Ну да ладно, сейчас. Он обещал там нам баги дать. Отлично. Похоже, я правильно сделал, что спас тебя. На тебя действительно можно положиться, и я твой должник. Можешь поговорить с Диэр насчет баги. Он уже в гараже. И чё, всё? Спасибо. Припасов нам не хватало. Жизнь в поселении не сахар, но Дэн не дает нам пропасть. У него чутьё на тех, кому можно доверять. Окей. Чутьё. Чутьё, как у Спайдермена. Так. Эй, друг, пришел взглянуть на товар? Типа там. У меня найдется все, что хочешь. Блин. Как же мышкой неудобно. Так, картеч, а как купить? Сколько? Нифига там патронов для картеча. Ты в натуре, мужик? Я так всех нахер поубиваю. Офигеть, патронов. Сколько там, по 900, что ли, будет?
Они все равно тратятся, что за дичь? Понятно, что глюк, что ли? Ладно. Так, ингредиенты. Крыло палки. Антисептик, ну это хорошо. Так, погоди. Не настоящий воин. Десяток куплю, наверное, на каждую. Хрен его знает. 20. 10. Блин, думаю, хватит. Так, а чё мы про... Так, продажа, подожди. Продажа, продажа, продажа. А чё мы можем продать? Куча пустых. Ого. Ага. Понятно, что нифига не понятно, да? До встречи, надеюсь. Так, подожди-ка, у нас сколько? О, патронов 993, ты в натуре? Ёпарасоты. Эй, иди сюда. Серьезно? Что такое? Или ты нам хочешь? Стоп, подожди. А-а-а, вот оно чё. Тогда подождите по очереди, блин. Хочешь еще попробовать? Нет, подожди. Так. Я хочу, чтобы ты запомнил одно слово. Филтрит. Ты знаешь, что это? Вряд ли. Я тебе объясню. Филтрит был в метеорите, который нам всю планету развалил. Но вот интересный факт. Он кое-что дал взамен. Филтрит — руда из космоса. Крутая штука. Если он попадет тебе в руки, держи крепко. Не меняй на всякую ерунду. Блин, а я уже продал, мужик. К сожалению. Да. Привет. Дэн сказал, ты хочешь забрать у меня старый багги. А ты против? Еще тем более старый, да ё-моё. Мужики, чё вы такие жадобы, а? Честно, жить будет. Но тут нужна работа и запчасти. Работу я сделаю, запчасти с тебя. Наверняка Джохан из поселка нефтяников сможет помочь. Идет? Идет. Ладно, возвращайся с запчастями. Понятно. Чтобы, короче, нам баги дали, нам нужны запчасти. Охереть. Ну, классно, чё. Спасибо, мужик. Мы прям польщены. Так. Окей. Ну,
Вот это единственный минус, вроде бы как типа ездишь 100 раз туда-сюда. Не, ну баги в принципе там и заберем, а вот именно фейерверк устроить. Кстати, предупредить людей, а фейерверк это какое задание-то? Блин, подожди-ка. Источники, каком нахер источники? Дир просит запчасти для старого баги. Того, что выкинуть давно пора. Да, я бы с радостью поделился, но боюсь, есть одна проблема. Эти долбанные отмороженные бандиты только что полностью обчистили мой гараж. Так что ищи запчасти в их логове, возле старой дамбы. Думаешь, ты справишься? Там может быть жарко. Бандиты — это фигня по сравнению с мутантами. Нелегко воевать с бандитами в их логове. Вот, возьми толстячков для своей пушки. Реально мощные штуки. А на случай запертых дверей возьми схему замколомки. Название говорит само за себя. Удачи! Ага. Так. Толстячки. Окей. Это мы на какое сейчас задание поедем? Запчасти забрать кое-как, да? Или как? Стоп. Натуре мы идем в то и то же место. Так, подожди-ка. Походу мы идем одно и в то же место, да? Это мы... Чего? Вот же сволочь. Вон он! Вашу мать, мне пи***ц! А чё вы запикиваете все это дерьмо? Вон он! Где ты, сука? Получается, я почти тебя добил. Чё за фигня? Откуда? Подожди-ка. Где? Где стрелял этот урод? Опа-на. Ты так легко сдался? Интересно. Такс. Вон там! Да блять! Что-то я первый раз прям промахнулся. Так, найти генератор. Окей. Ноль в снаряжении. Штук хватит или нет?
Чего? А как их использовать эти? Крыло палки. Ладно. Автоматически. Как удобно. Ты видел, что они делают внизу? Там просто турели уже на тачке. Это деревенщина и не пискнет. Босс с этим стволом, как мартышка с гранатой. Так. Блин, далековато. Что это за придурок? Достать его! Ау! Я назад! Я отхожу назад! Сюда, ублюдок! Пусть кто-нибудь поднимется! Кто-нибудь, вперед! Не вижу его! Он над нами! Порядок, продвигаемся! Да что у тебя, бита? О-о-о. Да ты крутой, бля! Куда он делся? Эй, вон там! Хрен тебе! Блин, какого хера? Блять. Пусть кто-нибудь поднимется! Иду! Так, мне показалось, или он что-то кинул? Да сдохни! Я ранен! Воу! Он нас порвал! Да блять! Назад! Не дать ему пройти! Есть! Куда ты, сука, умчал? Офигеть! Вон он! Кто? Блин, я не сразу его заметил. Он нас тут всех мочит! Бежим! Я выбираюсь отсюда! Куда ты бежишь, тварь? Твою мать! Сука! Мы пропали! Всё. Расслабились. Так. Понятно, толстячки закончились, да? Окей. Аэрозоль. Чё? Дверь заблокирована.
В натуре. Вот же дерьмо. Опа-на. Как я бутылки мог пропустить? Именно здесь. Такс. Радио. Доллары. Ага. Пистолетные патроны к чему? А, наверное, к обычным. К обычным патронам. Да, иногда игра, конечно, притормаживает, но... не столь критично. Вот я не пойму, а как же метать что-нибудь? Так, это огонь. Я имею в виду просто огонь. Так. Что-то еще? Вы шутите или что-то еще? Бля, это было... твою мать! Гранаты, долбани! Пошел нахуй! Себя гранаты долбани. Хуесос. Где он? Эй, вон там! Подавись, дрянь! Ты не туда кинул, придурок. Вот, еще кинешь? Подорви ушибка! Да пошел ты нахер! Получай, ублюдок! Вон он! Ебай, япона... Порядок, продвигаемся! Япона мать! Вы чё, блядь, там охерели? Пошёл в жопу. Отступаем! Куда ты, блядь, отступаешь? Твою мать. Подожди-ка. Чё, больше ничего? Печаль. Вон он! Да... он нас порвал! Ну, давайте выбираться отсюда! Отступаю! А-а-а-а-а. Вон там! Ого. О, черт! Ты чё такой дерзкий? Блять. А касочка-то у тебя слетела, да? Вашу мать, мне перец. Ау!
Да, мужик, я тебя не сочувствую. Так. Чего? Всякий хлам. Короче, мы собираем. Чего? Блять, автомат перезарядить надо. Так, это просто, что ли? Я сначала думал, что это типа проход. Блять, в этих катакомбах можно заплутать. А что на втором этаже? Подожди-ка. Чего? Радио? Коллекционная какая-то хернюшка, короче, да? Ладно, идем туда в подвал. Или куда там надо было топать по заданию. Очково. Топать куда-то сюда. Эй, вы смотрели вчера «Убей мутанта»? Иди нахуй! Мне надоел этот бардак. Этот в шлеме. Блин, а как же эти выбирать, как их? Бесшумную хернюшку, подожди-ка. Ехать, это понятно, так. Которые... Чего? Третья мышь. Нет? Твою мать. А на какое оружие это используется? Серьезно, ни на какое? Блин, как их использовать? Блин, я реально все забыл. В смысле, быстрое использование? Как? Эй, блин! Что за хрень? Эй, вон там!
Я тебя так разукон здесь! Чувак, ты меня не разукрасишь. Я отхожу назад! Даю просто ты. Эй, вон там! Пистолетные патроны, как всегда, в самом соку. Перезарядим. Так, с автоматик пока перезаряжать не нужно, да? Это хорошо. Что тут, часть трупов куда-то исчезает, что ли? Или они все убежать успели в какой-то момент? Интересно. Ты дурак, ты в курсе? Вон он! Да. Он нас тут всех мочит! Это вы все, что ли, или чё? Да, мужики, я чё-то ни хрена не пойму. Воу. Ага, понятно, это значит... Куда он делся? Мужик, куда-то делся. Не вижу его. Прикинь. Прячется, как девчонка. Серьезно? Выходи, выходи, не стесняйся! Он прямо здесь! Куда ты? Мы пропали! Вон там! Да блин! Твою же мать! Я чуть не поймели нафиг. Так. Это типа выход вниз или куда? Ага. Набор деталей. Ну,
набор деталей — это всегда хорошо. Ага, проход вниз, а это куда? В обход, да? Блин, сколько у них проходов, ёпана. Игра и правда долгая. Ёпана сэнте. Чего? Твою мать! Эй, вон там! Где этот босяра? Да ёпара сэте! Ого! Сукин сын. Твою мать. Ай. Дай юх. Блять. Это нужно ждать, я понял. Да блин! Он нас тут всех мочит! Пошел в жопу! Да блин, сдох ты, нет? Какого дьявола? Вон там! Блин! Подожди. А как мне... Хорошо, от этого говнососа мы справились. Допустим, мы всех обшмонали. Так. Чего? Поршень в сборе. Чего? Да твою же мать! Вы меня в покое оставите, сволочи, а? Или нет? О! Какой-то там лефрит, не лефрит. И все. Только он и был. Ладненько. И чё, даже... Чего? Ничего, добраться даже не могу, да?
Это печалька. В пустоши. Ага. То есть это единственный был выход, да? Или это не враги? Подожди-ка. Да блин, это за придурки! Я так и думал, что это враги, нафиг. Тачку мою хотели забрать. Вы не охерели, а? Мужики. Фу. Это было жестко. Так, ну там мутанты, я даже не знаю, стоит ли там рисковать с чем-то. Ух, нифига, это что, так далеко, что ли, или это у нас задание так не заработало? Я нифига не понимаю. Давай, там территория Хагара. Так. Вот это подойдет. Порядок. Багги скоро будет готов, но тебе нужно кое-что узнать, прежде чем ехать кататься. Помни, пустошь — опасное место. Вызови меня, если твой транспорт застрянет. Я отбуксирую тебя. И еще, надо будет что-нибудь починить. Возвращайся. Я все сделаю. Так, ладно, осталось поставить эти детали, и все. Иди и возьми вон ту рацию на стойке. Готово. Можешь ехать кататься. И помни, нужен буксир. Позови меня. Порядочек. Можешь забираться. Ага, окей. Не забудь, если тебе нужно будет починить машину, доставь ее в гараж, и я займусь ею. Ладно. Смотри, не лекач. Воу. Ну, такое себе. Конечно, прикольная штучка, но... Ладно. Куплю и продам любую полезную вещь. У меня найдется все, что хочешь. Подожди-ка. Все, что хочешь. Так, патроны. Окей. Матрешки. Ну, уже название нравится, да. Так. Ингредиент. Так, продажи. Я какой-то там хлам собрал. Подожди-ка.
кристалл нефрита. Ага. Неплохо так хлама. Чего? Замколомка. Пока из этого я ничего продавать не буду. Так. До встречи, надеюсь. Ага. Патроны к дробовику, калашик, здорово. Ты кто? Бандиты блокируют въезд в долину с юга. Держись от них подальше, если у тебя нет мощного подкрепления. Мужик, спасибо. Ты случайно не слышишь никаких странных звуков из-под земли? Хрен его знает, мужик. Тут помимо звуков всякая дичь. Так. И это баги, это или просто? Ладненько. А вот это кто, я забыл, за баба? Здорово, Бекки. Так, подожди-ка. Опа-на. Эти уже свалили. Как тебе баги? Выглядит не очень, но если приделать к нему пару пушек, то можно хоть кого валить. Ну что, готов поработать еще? Да, готов. Бандиты захватили блокпост на въезде в каньон. Хотят отрезать нас от большого города на востоке. А это неприемлемо. Я уверен, нам пригодятся твои навыки в подрывной работе. Сделаешь это. Я даже одолжу тебе свою любимую снайперскую винтовку. Ага. Уничтожить баррикаду. Отлично. Вот немного взрывчатки. Размести ее на воротах и беги. Удачи. А. Все, я понял. 25. Да, как-то снайперка не очень выглядит, если честно. Эй, парень, хочешь посмотреть товар? Давай. Что нужно, парень? Нет, не припасы, подожди. Вот, снайперские патроны, да? Охренеть. Ладно, 120, я думаю, хватит. Мне нравится иметь с тобой дело. Ну, конечно. Кому бы еще не нравилось, да? Так, подожди-ка. Уничтожить баррикаду. Так, подожди, осторожно, мутанта. Подожди, ну это и есть фейерверк, да? Понятно. Я так понимаю, туда топать далековато, да? Тут тачка прям едет условно нормально.
Пипец. Ого. А это же территория этих говнюков. Стоп, подожди. А что это за территория? Или мы тут были? Ладно, пофиг. Территория тут, походу, дофигища. А, слушай, не так-то далеко, наверное, да? Ой. Это что за территория? Что-то мне кажется, что... Мы тут были? Или нет? Чего? Опля. Ты что за звук? Ты слышь, ты кто? Вася. Нифига себе поворот. Ну давай, на. Пошёл мана в жопу, мана. Так, стоп, а где-то еще нужно сделать? Или чё? Один раз надо было пульнуть, или сколько раз? Это мы с какой-то дырки повылезали, как эти. Это чё за территория? Подожди, это получается территория мутантов и была? Или как? Убежище призраков. По-моему, мы в этой территории были. Слово «по-моему». Ладно, тип-топ, короче. Какие впечатления я могу сказать? Игрушка прикольная, но, блин... Это что такое? Что-то расхерачить можно было, я так и не расхерачил, ну да ладно. То есть... Что? А, нет, подожди, это нам другое место топать. То есть, вроде бы прикольно, да, но... Есть моменты, которые, ну, типа, как в этом, Fallout, долго ехать. Стоп, мы правильно поехали или нет? Это что такое? Это кто? Так, это мы оставили транспорт или нет? Походу, что мы, наверное. О, подожди-ка. Get out. Мужики, здорово. Ага, 81. Так, чё там, кто-то... Мне кажется, сейчас кто-то опять что-то даст. Эти места становятся все опасней. Бандиты и мутанты уже близко. Будешь в тех руинах, не зевай. Да ж, куда б там зевать? Там и некогда некуда. Я видел фейерверк. Круто. Вот то, что я обещал. Что обещал? Рецепт? Ты обещал. В старой канализации под пустошами полно ценных вещей. Золотая жила, если не боишься тех, кто ее охраняет. Попадешь туда, смотри в оба. Старой канализации. Опа.
А это что, баба куда-то пропала, что ли? Да. Походу, бабёнка куда-то свалила, да? Интересно. Так, уничтожить баррикады. Это единственное, что у нас осталось, да? Угу. А чё, кстати, за рецепт? Рецепт. На 60 секунд. Все, по нулям. Понятно. Сколько мы еще там создать сможем? Шесть штук, но я думаю, пока достаточно. Да. Отправиться на юг и уничтожить баррикады, да? Понятно, патроны у нас все как обычные, да? А, то есть у нас теперь вместо пистолета снайперка, серьезно? Да, интересно. Повороты. Ладненько. Окей. Мужички. Так. Маленькое, конечно, поселение. В Fallout'е больше поселений, я скажу. Кстати, идеальный кадр. Так. Пустошь. Так, это получается, сколько мы там наиграли? 60. Ну да. Ну что я могу сказать? В принципе, игрушка неплохая. Так, еще раз сохранюсь. Но опять же, есть, конечно, и минусы, и плюсы. Вроде прикольно, но... Пока не во всем я разобрался, потому что это мои первые впечатления, в принципе. Вот. Ну а всем спасибо за внимание. С вами был Казоку. Всем до новых встреч. Мы играем в такие разнообразные игрушки. А всем, в принципе, до скорого. Всем удачи. Всем увидимся в других проектах, игрульках. А всем спасибо за внимание. Всем до новых встреч. Не забывайте про лайки. Всем пока-пока.